Всем привет! Сегодня мы поговорим о повелительном наклонении двух глаголов «седерси» и «аккомударси». Глагол «седерси» – «садиться». «Сиедити» – «садись», форма на «ты». «Сисьеда» – «садитесь», вежливая форма на «вы». «Седетеви» – «садитесь», «вы» во множественном числе. Глагол «аккомударси» – «располагаться». «Аккомодати» – «располагайся», форма на «ты». «Сиаккомоди» – «располагайтесь», вежливая форма на «вы». «Аккомудатеви» – «располагайтесь», «вы» во множественном числе. А теперь попробуйте повторить самостоятельно. Всем отличного дня!